Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Мир юрского периода». Так, заберем с тобой наши наградушки. Так, и поехали. Начнем, пожалуй-ка, мы с того, что заберем еду. Еду забрали, заново оформили, плюс. Заберем здесь, ага, все, он у нас вылупился, ребята. Это новый динозавр, которого мы получили в прошлой серии. Поместить. О, тут даже местечко есть для него. Шикарно. Значок собрат. Так, мы его еще прокачаем с тобой. И посмотрим, с кем он у нас может. Ух ты, с топижарой гибрид. И это получается у нас топиелозавр. Слушай, друзья, пишите, как вам топиелозавр? По-моему, нормальный, да? Так, я могу, например, еще? Могу. Так, ладно. Забираем с тобой велоцираптор. Поместить. Так, надо нам его тоже прокачать до 10. И здесь то же самое. А велоцираптор у нас с кем гибрид? А, с тираннозавром. Так, что опять? Покажите, с кем там. Ну что, попробуем сами. Давай сами попробуем его поймать. Ну-ка. Отлично. Так, давай дальше. Не расслабляемся. Да что ж такое-то? Да почему, блин? Не понимаю, как это вообще работает. Как эти колесики нужно доставлять. Так, главное не упустить. Отлично. Так, ну уже поймали, так что, ребята, главное не схандрить. Отлично, все. Поймали мы его. Идеальная поимка. Ух ты, опыта сколько дали. Прекрасно. Так, заберем здесь награды наши. Раз, два. Используйте три ускорения. Собрать моды. Пойдем быстренько с тобой моды соберем. За еду. Да, за еду. Уже пофиг нам, какие там супер там или обычные. Главное собрать. Все равно мы ими не пользуемся, этими модами. Так, выпадает нам. До конца боя уменьшает запас УЗ вражеского существа на 20%. Так, и еще. Давай-давай, Чарли. Не дуркуй. Ну-ка, прочная кожа. Ну, вот и все. Главное задание выполнено, забираем с тобой награды. Так, использую три ускорения, ПВП. ПВП, но это уже после, после всего, когда мы посмотрим, что у нас здесь за события на сегодня. Так, друзья мои, чудовище глубин. Без ограничений, смотрим. Смотрим, говорю. Так, мегалодон, протостега и мауязавр. Так. Берем архелона. Здесь возьмем бананогномиуса. И, наверное, возьмем кранозавра. Поехали. Я думаю, что у нас будет все отлично. 350, конечно, сразу в атаку. На тебе. Он будет менять, скорее всего. Нет, не стал. Удивительно. Ну что ж, тогда бомбим. И бонус. Отлично. Так, это у нас кто? Протостега 32 уровня. Ой, зря ты, зря ты так выпендриваешься, а? Все, валим. Раз, два, три. И бонус. Упс, просчитался, ребята. Просчитался я. Ладно.
Ну что же, тогда банана гномиусу больше достанется очков действий. О, тут вообще на один удар. На, пташечка. Так, ну что, мауиозавр выходит. Так, а у него, кстати, повышенная атака по нам получается, да? О, вырубает. Вот это да, вот это косяки. Так, ну что, а мы в свою очередь валим коронозавром, да? Ой, что я делаю-то? Давай, родной. Отлично. Ну что же, первая победа за нами. Так, и нам нужно еще два поединочка сыграть. И желательно идеально. Погнали. Так, ну что, ребята, я возьму против кронозавра, наверное, Зуходуса. Вот так. Псифодерма. Против тебя-то взять надо. Может быть, Зуходус со всеми справится, а, с ними? И возьму, наверное, плезиозавра. Одного. Плюс, ну, пускай будет у нас Генерия. Вот такая вот великолепная троечка будет выступать. Так, ну что, я вижу, здесь одного удара будет достаточно. Давай, крокодильчик ты мой ненаглядный. Красиво, красиво ты его потопил. Ой, псифодерма, не смеши меня. 57 атаки. Он будет меняться. Он меняется, ребят. Да, бакулит тоже не особо тут мощный, поэтому... Давай я вот так вот поменяю, наверное. И сделаем бонус. Ты гляди-ка, а? Неужели завалит меня? Нет, он меняет. Опять на псифодерму. А знаешь, что я сейчас сделаю? Я поменяю на Генерию, мне ее не жалко. И мы с тобой просто возьмем сейчас. И вот так вот все в бонусы влепим. Теперь пускай хоть меняется, хоть чего. Бакулита мы с тобой порвем. Но он даже не стал, ребят. Он даже не стал брыкаться. Пш, как скажешь, парень. Как скажешь. Значит так, раз, два, три, четыре, пять. Я думаю, что пять. Да, за глаза и за уши. На. Ну давай, бакулитик, иди сюда ко мне. Я не зря взял два бонуса специально для нашего Зуходуса. А ему придется потратить сколько? Один удар. А он тратит три. Ну, Зуходус, давай, покажи, кто здесь главный. Все сливаем, и, естественно, победа будет за нами. Бакулит это какая-то, я не знаю, ребят. Типа какой-то улитки, краба. Все, кверху пузом. Бакулит. Тут главное, кто победит. Так, ну что, нам остается с тобой сделать еще один поединок. Кстати, знаешь, куда я не заглянул? Ладно, заглянем потом. Так, Ризот. Ничего себе Ризотик. Так, против него как раз бы очень даже хорошо зашел бы у нас плезиозавр. Наверное, я его заберу. А дальше Мегалодон. Ну тут, понятно, тут Ромалиозавр. А против Простостеги пойдет наш Артакантус. Слушайте, ребята, вы знаете, да, что на втором нашем канале мы играем сейчас в Юрский мир, Эволюция. И вот мне интересно знать, а будут ли там такие же вот подводные динозавры или только наземные там? Так, ладно, не будем отвлекаться. У нас... Берем бонус. Так, что он будет делать? Меняться? Меняться, конечно же. Он берет просто стегу. Против него кто у нас тут хорошо рулит? Вот гаденыш, а что делает? Кто против него хорошо рулит? Ну, конечно же. Артакантус. Ну-ка. Иди отсюда. Мешается тут под ногами всякая черепаха. Так, ну что, мегалодончик уходит. Ух
377 к атаке. Серьезная заявка, ребята, серьезная. Ромализавр, будьте добры выйти. Интересно, сколько он взял, а? Я не знаю, сколько он взял, мы сделаем с тобой вот так вот. Отлично. Так, он сейчас будет меняться. Наверное, скорее всего, на Ризода. И Ризод, даже если он сделает мне... Нет, 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 Ризодик, даже не думай об этом. Даже не думай об этом, тебе все равно не светит ничего. Так, меняем. У нас вот этот, по-моему, да? Давай-ка мы, наверное, вот так вот Артакантуса возьмем с тобой. Раз, два, три, четыре. На всякий случай четыре сделаем. На-ка, поддых. Ну что, мегалодочек, мы с тобой еще не закончили. Давай. Он сейчас все будет сливать. Да, он победит, но я сейчас его ромалиозавром просто выпотрошу полностью. Этого акуленка. Вперед, малыш, давай, атакуй. Вот так вот. Ну что же, в этом испытании мы победили безоговорочно. И что нам остается? Остается посмотреть следующее какое-то испытание там. Ну-ка. Крутим. Только бы не вылетело вот во время этого колеса. Да ну какой дедикурс. Как специально, а? Дедикурс мне выпал. Так, что у нас тут? Забрать. Окей. Гуанлунь там выпал мне, да? Так, а здесь за ДНК. Эть и не хватило, да? Чуть-чуть не хватило. Твою же дивизию. Так, вот здесь-то мы с тобой забыли посмотреть. Угу, эволюция не завершена. Значит, продолжаем эволюцию. Здесь мы тоже с тобой... Ага, этот еще не созрел. 4 часа еще будет созревать. Ага, вот кто у нас. Готов. Мавиозавр. Собственной персоны. Значок собран. То есть у нас уже 2 значка собраны, получается. Слушай, надо начать эволюцию. Не хватает денег. Я бы его с удовольствием бы сделал бы с крещеном. А, у нас обновили задание. Зашибись, ребята. Как они вовремя обновили. Трындец. Еды я где им возьму? Где я потрачу монеты? Да. Обновление у них происходит всегда в 3 часа дня. Так, ребят, сегодня еще на работу пиликать. Так, ладно, у нас с тобой собран значок. Было написано. А где у нас значки, ты помнишь? По-моему... По-моему, где-то здесь. Обновить. Разве значки не здесь? По-моему, уже здесь. Нет, вру, вру, вот здесь вот. Конечно же, тут. Так, забрать. Забрать. И здесь тоже забрать. Так, тут нам не хватает бакулита. В плане. Разве у меня карнотавра нету? А карнотавр где появляется у нас? Здесь можно поймать это существо. Значит, на водном туре. И это на випке только. Серьезно, что ли? Твою налево. Так, тут еще эти бакулиты. Аж 2 штуки. Или что, это разные, что ли, бакулиты? Да нет. Одинаковые. Так, хорошо, значит, обновил. Значит, и задания у нас обновились. Это вовремя мы успели с тобой пройти. Слушай, подожди, а почему ты... А событий новых нету. Так, тут через 5 дней. Тут через 53 минуты будет доступно. Тут тоже схватка редких через 53 минуты. То есть мы можем успеть вот здесь повоевать тогда, да?
твою налево. И как посмотришь на них, ребят, сразу плакать хочется. Ну, что вот мне здесь делать? Астафрикозавр, вот как мне с ними драться? Я ума не приложу. Ладно, против этого мы возьмем птеродактиля. Против глитронакса мы возьмем с тобой диплотатора. А здесь? Здесь такого взять. Ну, давай возьмем, например... Так, а если я, например, анхилодока возьму сюда? Ну-ка, проверим. Возьмем анхилодока и трапегоптера. Интересно мне посмотреть, что у нас из этого получится. Очень интересно. Так, ну что, здесь, наверное, нам брать бонус нужно. Он сейчас, наверное, поменяется, скорее всего. И этот мне как всыпет по полной программе, да? Вот этот вот. Да, влупит-то он не кисло, но не убьет. Так, ну что, меняем? И берем еще два бонуса. Так, ну что, он будет менять на этого, да? Странно. Если я солью вот так, плюс бонус. Хорошо, мы его выкручивали. Так, крутозавр. Так, он берет одну атаку. Крутозавр, да, значит? А если мы поменяемся? Раз, два, три. Раз, два, три. И вот так вот. Ему крышка. Астафрикозавр. Смотрим, сколько он атакует. 482. Ну, то есть две атаки ему придется слить. А две атаки он сольет. Три сливает, отлично. Ну, этот, естественно, ребят, не пойдет у меня. В поединок это бесполезно. Нам просто надо будет переключаться на диплотатора и убивать его. Поехали. На. Как-то вот так, ребята. Первая победа за нами. Но там еще две, и с каждым боем противник будет все сильнее, сильнее, сильнее. Это так всегда было и будет. Смотрим. Приатрадон. Анкилодок и Птеранатон. Блин, ну это пипец, ребят. Ну против этого однозначно надо возвращать этого, а у меня все нету возможности его вернуть. Если только... Даже не так, а вот так. Против анкилодока, например, ставить вот так. А против летуна... Против летуна я даже не знаю. Эрликозавр не потянет. Давай просто посмотрим. Угу. 564 к атаке. Бонус берем. Так, он не стал ничего сливать. Раз, два. Вот так. Ага, две защитки взял, да? Угу. Ну все, ребята, ему крышка. Ему крышка. Так, у него 1477, да? Раз, два. Этого будет достаточно. Плюс... Плюс два бонуса. Шел отсюда. Вот анкилодок, конечно, сейчас...
Ё-моё. Ну, две атаки ему придется слить в любом случае. Он сливает все, что у него есть. Хорошо. Так, нам нужно три, да, сделать? Раз, два, три. И возьмем, наверное, бонусы. Прижучили. Ой-ой-ой-ой, 550 к атаке. Да, уничтожит, к сожалению, моего Таника Лагриуса. Ну, зато мы сейчас его тоже уничтожим. Летуном нашим. У нас потому что с тобой сколько там получается? 7? 7 очков действий. Пускай даже не танцует там. Давай-давай-давай, вперед-вперед. На. Сдулся партизан. Ну а победа здесь за нами. Так, и остается последний поединок. Но мне, правда, уже драться некем. Так, давай-ка глянем, что у нас тут в последнем поединке. Нифига, ребята, вот. Я так понимаю, это вообще супер-пупер мощнявый чувак. Хоть он и... Блин, ну вот что мне делать? Как здесь можно драться? Тропея Гоптера. Сколько ты стоишь у нас? 62 на откате. Вот этого надо полюбасику брать против гигакилоцефал. Блин, пипец. Язык сломать, прежде чем выговорить. Как вот тут-то быть? Тропея Гоптер. Птеродактиль один не справится. Так что ли вот так, но это... Ну, мне кажется, что это бред получится. Ладно, ребята, я обязан попытку эту потратить. Посмотреть, как оно все у нас тут обернется. Только в защиту могу встать здесь. Если он сейчас будет бомбашить, это будет люто. Он бомбашит. Естественно, он бомбашит. Естественно, он... Может быть, нам вот так вот сделать? Сейчас влупит. Так, 3 по 400. Мало, мало, мало еще, ребята. Этого мало. Раз. Так вот сделаем. Но... Все, все. Так, 1734 у него, да? Он же берет всегда одну защиту, по-моему, да? По-моему, так он действует. Давай проверим. О, он взял две защиты, ё-моё. Вот это я лопухнулся, ребята. Вот это он сейчас мне звезданет. Вот мразь, а. Ну что, тут одна атака, понятное дело. Раз, два. Раз, два. Добивай его. Так, это у нас кто? Тропея Гоптер. 533 к атаке. Все, крышка. Ох ты. Это ты, конечно, парень, дал.
Ну-ка меняем. 2000 хп у него. Поехали. Должны же уничтожить, да? Так, сколько ему надо? Ему две атаки как минимум нужно потратить. А он три. Все, ребята, по-моему, мы выигрываем. Птеранодон сейчас со своими атаками. Сколько у нас? 5 будет, да? 5. 5 на 500, да, отлично. Блин, ну даже из учета, что он защиту поставил, все равно ему крышка. Есть. Денежная борьба пройдена, друзья. В первый раз за всю ту историю игры, в которую я здесь нахожусь. То есть до этого я ни разу не выиграл денежную борьбу, а теперь выиграл. Ну, денег-то дали-то с Гулькино перо, ё-моё. Да. Могли бы дать что-нибудь побольше. Так, ладно, здесь мы закрываем с тобой. Так, а что у нас тут за новые постройки? Фонтан, кратер... Кратер разместить. Так, и насколько я могу понимать, у нас схватка чемпионов открылась. Угу, тиранозавр Мон 2. 40-й уровень, 34-й. Иди дерись с ними. Если бы у меня было бы, например, 3 диплотатора, поверь, я пошел бы без, вообще без колебаний бы. Но диплотатора у меня нет. Кстати, мы можем с тобой сделать, заказать гибрид. 100 бакинских придется, правда, отдать. Кто у нас готов? Велоцираптора, может быть, поставить, а? Нет, велоцираптора не будем. Так, а ты у нас с кем? С тирано-титаном. Тирана Титана у нас есть? Есть. Так, опять у нас тут кот горит. Кто тут у нас? О, вон, иди, справляйся там, пожалуйста. С Эдио Морфодоном. Слушай, а ну да зух. О, Стодзей. А Тодзи, вот, наверное, Тодзи нам как раз-то и нужно будет эволюционировать. Бесплатно ускорить можно. Оп. Так, Тодзи немножечко у нас прокачался. Это получается у него 20 уровень, да? А больше у нас, по-моему, не хватит 100 бакинских. Забрать. Что опять здесь, а? Ну вот что опять? Кто там? Не могу понять, это кто там у нас. Давай сами попробуем поймать. А-а-а. Все, я понял. Да как так-то? Да чтоб тебя. Перораптор хорош, завязывай давай. Кем ты себя возомнил-то, я не пойму. Супер-пупер тут, что ли? Динозавром? Да... Я офигею вот с этого, вот с этих. Все, по-моему, мы сфейлились, ребят. Если я сейчас не попаду... Фью, повезло мне. Не идеальная, но поимка. Чуть-чуть, блин, и 47 уровень. Блин, я уже не знаю, что нам как тут сделать, чтобы нам получить этот 47 уровень. Сорна, остров Сорна. Тут тоже можно будет потом развиваться же на этом островке. Еще, по-моему, будет порт у нас где-то открыт. Вот, на 50 уровне. Ресурсы можно будет, по-моему, продавать здесь, да?
Так, ну, пока вроде бы все. Подожди-ка, у нас... Доведите 15 динозавров до 14 уровня, до 40 уровня. Подожди, а то, что мы с тобой скрещиваем, это что, нам идет в минус только? Понятно. У нас же было 11 динозавров. Мы с тобой скрестили и получили... То есть, если мы сейчас с тобой еще сделаем, например, одну эволюцию, то у нас будет уже 9 динозавров. То есть, нам нужно, чтобы у нас здесь находилось... Именно... А, не могу. Именно, ребята, 15 динозавров 40 уровня. Вот так-то. Ну что, а мы пока будем на этом с вами закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!